Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и по многочисленным просьбам еще один сериал в мире Stellaris. Игра на семерых человек с одной угасшей империей под управлением искусственного интеллекта. Ну и я буду играть за рептилоидов, которые считают себя хомячками. В общем, как всегда, дипломатия в прямом эфире и большая просьба не оскорблять участников и воздержаться в комментариях от бессодержательных спойлеров. Кроме того, отмечу, что это последний FFA сериал в мире Stellaris на ближайшие месяца два так точно. На этом все. Приятного вам просмотра. Эллиптическое — это просто обычное, спиральное, это два, ну, рукава такие будут. Кольцо, это куча не, систем. Я предлагаю эллиптическую, и всех только по этим, чтобы по туннелям можно было ползать. Да, только гипердвигатель. Кстати. Да, то есть не у всех разные там, что хотят выбирать. Надеюсь, выбирают. В этот раз меня не запихнет с одним выходом из системы. Запихнет. Только гипердвигатель, спасибо. Да? Да. Просто если оставлять все, то червоточина — это имба, и она не контрится вообще никак. Не, просто все возьмут червоточину, вот и все. Да. Так, а точно крохотную? Или, может, маленькую на 400 звезд? Или на 150? На 400 мы будем друг друга, там, не знаю, там, огромные империи будут. Будем сидеть до скончания веков. Хватит. Я шестером играл на крохотную, нормально было. Надо же динамично, чтобы было. Да, динамично, чтобы маленькое. Блин, мне вот тут... Мне тут в Стелларисе... За полчасика то отыграем, нормально будет, я думаю. Мне в Стелларисе пауков не хватает, арахноидов. Вот я бы с удовольствием за паучков сыграл. Потому что за грибы уже надоело просто. Ну, Демоникс, ты там настроил, нет, свои колонки или что? Да, все, я сделал. Я почему-то начал звук через колонки выводить. Ну. Сейчас сидел, где-то полчаса подбирал фракцию себе. Полчаса? Косметику, да. Что ли, ты наводил? Ну, я все наводил. Придумал имя. Блин, а я сейчас сижу этим это делаю. Я смотрел там заранее, как раз, да, Диман заходил. Я тоже зашел в Stellaris, так и думал, что фракцию там типа некрофагов. У меня там просто два варианта было сделать. Я вот между ними все мялся, так и не понял, что лучше. Эти плюс 15% минералов возьму и плюс один навык лидером. Здесь только скорость миграции, можно. Скорость... Просто все твои мечтания, пускай, наверное. Так и будет. Парадокс. Не, я все-таки Endel Space второй жду больше. Все ждут, конечно. Там такой ролик крутой был. Так нет уже конкретной даты, я так понимаю, до сих пор. У них сначала будет, я так понимаю, что-то типа... Early Access? Да, где-то, наверное, осень. Вообще обещали летом вроде как. Но вы же в курсе, что Sega купила, да? Да. Да. Только не то, это, слава богу, не Ubisoft. Я этого боялся очень. Ну, у Sega, в принципе, неплохие сейчас... набор за те же Quark, Total War, Relic и Creative Assembly, или как там. Да, Creative Assembly. Не, Sega обычно хорошие игры выпускает. Другое дело, что стратегии, что там со стратегиями. Другой вопрос. Надеюсь, что, они просто не будут вмешиваться в создание, они чисто маркетингом займутся, рекламой, вот это вот все. Они обещают так и поступить. Ребят, может, распределим друг с другом миры какие, чтобы не было как бы одинаково? Как раз на семеро, и тут семеро миров. Конечно, я сейчас, да, я поменяю мир чаю. Вот у меня арктический. У меня засушливый. Отлично. По-моему, у двоих тропический, как я понял, нет? У меня пустынный. У меня пустынный. И пустынный с кем-то тоже. Не-не, а тундра есть у кого-нибудь, ребят? Сейчас будет. Нет, пацифизм я не хочу, фанатический материализм не хочу. Я вот хочу коллективизм, пожалуй, и спиритуализм возьму. Фанатический спиритуализм и коллективизм. Так, божественный мандат. Ничего, кто там готов? А, Леша еще подбирает. Сейчас, я уже скоро. Да не торопись. Давайте-ка я божественный мандат возьму. Стоимость указа снижается. Кто готов? Жамкайте сразу. Зеленейте. Вот тут как в Эндесе прям круто сделано. Название империи. Ласковые щекотуны. Эти бешеные хомячки будут. Я, кстати, думал, что в новой Циви они сделают как в Эндесе. То есть там будут что-то типа гор, с которых нельзя спуститься просто так. А на самом деле? А на самом деле, считай, то же самое, что в прошлой части по ландшафту. Не, ну почему? Утесы появились. А. Ну да, и все. Ракетные, кинетические. Давайте ракетные оставим. Так, сверхсветовые технологии, пофигу какую брать, все равно у нас будет этот... Да. Да, гипердвигатель у нас будет. Обидно. А мне так нравилось червоточина. Да всем нравилось. Все, бешеные хомячки готовы к тому... А, ну давайте там договоримся, что вот там есть одна империя компьютера,
что с ней нельзя союзиться. Нельзя ее союзить, но можно завоевывать и делать вассалом. Ну, данником, ну, в том в смысле, что с ним воевать можно, там, подчинять, а вот именно в союзе, там, быть дружбанами нет. Что, я запускаю? Да. Все готовы. Да. Думаю, союз — это проблема. Слушай, а ты агрессивность... Главное, что можно... Агрессивность, ну, так... и так нормально поставил. Ну да, чтобы не было так просто. Да можно на максимум втыкать, он выносится в одну калитку. Ладно, поехали. Сейчас на паузе поставь, как только все будут готовы, тогда отжимаешь и вторую скорость. И на второй скорости понеслась. Кто там присоединяется? У кого там ожидания игроков? Битва титанов начинается. А, блин, я просто перенес Stellaris на SSD. Думаю, что-то он так быстро у меня все. У меня он тоже давно запустил. Так, давайте сначала технологии все выберем. 5 минут. Так. Пожалуй, энергоузел. Блин, нет, энергоузел тут по-любому... Колониальный корабль, и здесь минералы плюс 5%. Давайте минералы плюс 5%. При этом сделаем политику, гранты на социологические исследования и поощрение свободы мысли. Так, подход к войне. Неограниченные войны, рабство разрешено. Геноцид разрешен, орбитальная бомбардировка полная не могу сделать, к сожалению. Миграция запрещена, переселение, ну пускай будет, права голоса выбора нету, только для доминирующей расы. Это я про свой старт. Миролюбиво. Так. Что ты сделал? Я говорю про свой старт, говорю, да. Изучим я систему. Флот разделим. Что делать-то надо? Тут, в общем, побеждать надо. А-а-а. Все, так, разделяем. Так, ну одно радует, у меня хотя бы не один выход из системы. Зачем побеждать можно, как обычно, бороться с вами? Ну это ты, как обычно, а я предлагаю победить. Кац предлагает победить. Ну, наш же в прошлый раз Альянс со Змеем победил. Не, ну вы-то правильно сыграли. Кто ж спорит? Если там между нами делить, то там возмездие точно победил. А, надо на планетку еще сходить. Ну что, там все заставили? Не-не-не, я еще нет. А, да, я готов. Так, что у нас тут? Еда. Еда, ну надо... Ну я как бы готов, говорить, куда вы там. Просто плюсик там в чатике ставьте, кто готов. Блин, или лучше... Ладно, оставлю минералы на строительство минералов, так. Все, я тоже готов. Я готов. 4. Я 5, Лёша 6. Кто там еще? Мастер 7, на 7 же, да? Мастер Стини, да. Ну все, поехали. Жалко, я немножко в центре. Так, строительный пока непонятно, просто куда отправлять. Вот тут какие-то есть планеты мне подходящие. Тут вообще два. Блин, идеальный мир на 10 ячеек, это круто. А, тебя забанить. Что, ты его сразу нашел уже? Ну, он в соседней системе. Что началось? Блин, тут рядом со мной... Угасшая империя, и мне это не нравится. Ну, походу, вот этот идеальный мир будет их священным. Я не буду его захватывать. Да ладно, что ты... Да нафига, блин, там всего 10 ячеек. А, тут соседние есть, 14 ячеек, окай. Они оба священные. Не, ну в принципе, против ИИ, если воевать, то можно захватить священный мир, убить один корабль в вашей империи, будет и радоваться, но это не вариант. Минус у меня кораблик, обидно. Боже, что вы там делаете такое? Не, я пока живу. Разведка.
меня все три живут. Situation log updated. Так, что тут одна энергия нету. Нету. Situation log updated. Так. Вот. О, идеальный мир. Точняк. Слушай, а в какой системе ты идеальный мир нашел? Есть Драдим, а есть Куанага. Я тоже нашел идеальный мир. Но... Я три уже нашел. Какая-то типа карта с идеальными мирами, что ли? Не знаю. Но они все около Угаша Империи, мне это не нравится. Бетелин. Да, мы уже, я уже с Зядом, с Димкой и с Ксандером встретился. Быстро ты. System survey complete. Я пока только Зяда видел. Так, как тут объединить? Так, ладно. Минус второй кораблик. О, по три энергии. Блин, на энергию как-то строить добывающие станции неохота, откровенно. System survey complete. Так лучше. Так. Офигенная идеальная планета. Да, вот у меня идеальная планета — священный мир. Ближайшая угасшая империя считает эту планету священной. Station under attack. Что ж поделать? Situation log updated. Все в наших руках, хомячки. Anomaly found. Construction ship under attack. Situation log updated. Situation log updated. Блин, какие-то культисты на меня напали параллельно, пока вы там со мной общаетесь. Я пока знаю то, что мой флот вынесли основательно. Культисты — это неплохо. А еще что у меня в родной системе только два минерала. Та же ситуация. Оксандр, ты вулкан? Уфоп? Млекопитающий? System survey complete.
Мне мой лидер нравится. Вот это женщина? Нет, то что... То, что он на корвете. Ну, я не вижу, меня только показывает твои эти способности. Это в политике надо связи зайти, там справа сверху написано. Черты правителя. Там, где меню что-то видит, ну, это А, да, точно. Минус 20% к производству корветов, да, крутой у тебя. А у меня что за правитель? У меня такой наследник. Ежемесячное влияние плюс энергокредиты. Ну, блин, энергокредиты не самые классные. Так, строительный корабль построен. Так, кинус там дальше. System survey complete. Ну, тут неплохой арктический мир. Блин, правда, дофига. Кто там тихонько ругается там шепотом? Мы все слышим. Неправда, ничего вы не слышите. Вам показалось. Это не то, что вы слышите. О, тут что-то неплохое. Блин, на эту планету я заселить могу. Ой, у Лёши, как обычно, после соседней системы два мира его на 20 и на 16. Да, но, круто. К сожалению, на одном из них минус 25% минералов. Блин, вот как можно сделать планету? Тут дофига минералов, но при этом минус 25% к ним. Круто. И рядом со мной идеально на 25 ячеек, но, к сожалению, священный мир. System survey complete. Так и у меня рядом со мной тоже священный мир. Кусок. Да, да, именно он. Там вот на 25 Research ячеек. Complete. Так, броня, верфь, ионный двигатель. Давайте броню. Но мы тут плотничком, походу, так. Это крохотная шкафа. Но мы тут как минимум вчетвером, понимаешь, вот тут вот. А остальным троим половина карты остается. Research complete. Да так не шибко, если учесть, что моя тут зона влияния, она там, ну, вокруг там. Справа, слева, сверху, если так считать. Твоя там то же самое. И нормально все. Ну, в принципе, да. 5 планет заселить тут не проблема. Тем более, что у меня 2 вообще в моей зоне Сколько влияния. Планет заселить? 5. Ни хрена себе. А что? Откуда столько у тебя? Не, ну... У него в его радиусе 4 планеты. Analyzed. Или 3 планеты. А, ну не знаю, то ли не нашел Лёшу, то ли еще чего. Мне показывалось вообще только зяба. Ну, не нашел еще. Mm.
Так, когда там... 3 месяца. Не буду пока тратить минералы. Надо колониста строить. Вот у меня тут еще 2 планетки неплохие на 22. Значит, ой, идеальный мир на 14. Ну вот это 22, но тут надо выкурить какую-то инопланетную флотилию. 32% риск неудачи, ни хрена себе. Многовато. Research complete. Эй, ну хватит уже через мою территорию. То научный корабль прилетел, то строительный. Это кто такой? Это я. Не я. Ну, так. Строительный корабль — это уже, по-моему, перебор. Угу. Убираем... как его... Гранты. И строим колониальный корабль. Ой, не только в одной игре. В нескольких играх, короче, находил планеты на плюс 50 минералов. Правда, не мои. Пришлось тогда фулл стек роботов отправлять. Ну, объясняй, что это значит? Что ты их захватывал? Смотри, планета вот 15 тайлов, да? Ну, например, у меня архическая... Нет, я понял, что планета классная. Что значит отправлять full stack роботов? Что... Ну, не, ну там, в смысле, кидаешь колониальный корабль с роботом, вот, и переселяешь туда робота со своих планет, и там заказываешь новых, чтобы по максимуму минералов оттуда вытащить. У робота же бонус к минералам. Да ничего сложного. Это энергозатратно. Скорее. Ну да, там энергии нужно много на каждого робота, по 150, да, по-моему. Не, ну, на самого робота он же сам еще одну энергию в ход кушает. Ну, а, блин, это походу... Это вообще не кто из игроков, а какие-то так. Кстати, надо это все исследовать. Ну, вообще там классно было, там... Я планету, кстати, когда все заселил, она просто около, ну, 180 минералов она добывала. У меня такой вопрос интересный возник. А если священная планета, правильно? Это же планета. Если я систему захвачу, не захватываю планету, на меня сагрятся или нет? Не, по-моему, только планету нельзя заселять. По идее нет, потому что система же не статус священный, не имеет по логике. Так, 250. Можно что-нибудь уже построить. Так, видимо, на энергию. 2, 2, 3. Меняй энергию на минералы. Уже? Та же фигня. У меня 15 ход энергии. Anomaly found. Блин, у меня минус 6. Критически неудачно, досадно. Научный корабль сдох. А чё, аномалию исследовал или тебя убили? Аномалию. Не, я вот аномалию, пока не больше 20%, даже не трогаю, ну нафиг. Прокачаю лидера там до 5 уровня, тогда можно ходить аномалии собирать. До 5 уровня надо что-то прокачать. У меня этот, нация, у меня все лидеры сразу плюс 1. Ну, плюс 1, по-моему, это фигня, если честно. Какая разница? Вот я сейчас так играю, вот у меня вот сейчас так. Плюс 1, поэтому, по идее, имеет смысл дождаться 5 уровня. Не, ну мы так вокруг центра прям ровно. Сверху, снизу, справа, слева прям ровно. Так, бешеные хомяки. А, все. Ага, давай жить в мире. Да без проблем, давай жить в мире.
А где еще люди? Там, видимо, за Сопышем, да, вправо куда-то вниз. И за Зядем тоже туда, наверное, вниз, да? Там выйдет парочку людей. Просто где еще люди-то? Так, пошла колонизация, теперь надо... Что я там исследую? Электростанция, броня. Так, я хочу корветов построить. Модули. Леша, ты в курсе, что ты вслух расскажешь свои... Да. Ну, что поделать? Все свои идеи. Но хочу корветов построить. Ты этого не рассказывал так явно. Ему стало интересно играть, он нам дает буст. Фору. Фору. Чтобы вы как-то подготовились, что ли? Ну тогда ладно. Нормально. Изучу кучу людей уже. 350 влияния. Вот эту я хочу следующую колонизировать. Хотя и вот тут неплохое. А, надо... Это место надо изучить еще. Кстати, надо купить, видимо, генерала для флота. Маневренность, субсветовая скорость и скорость, прирост опыта. Давайте вот это мне. И маневренность, и субсветовая скорость, и ТД, и ТП, и пятое, и десятое. Нормальный такой. О, ученый уже четвертого уровня. Situation log updated. Пернатый союз. Димка, блин, Димка, опять мы с тобой рядом. Complete. А Гамус Вейл это кто? Это какая-то падшая империя или что? Не, падшая империя это complete. Кантари Саксессор Стейт. Но я ее еще не нашел. Да, она слева от меня. А сможете ли вы угадать, благодаря кому появилось это видео? Да-да-да, традиционно 2GIS. Эта компания выпускает не только одноименный справочник и карты городов, которые работают даже офлайн, но и поддерживает мой канал о стратегических играх. 2GIS — адреса, расстояние, время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении. 2GIS, если быть точным. Энергии маловато. Не рановато вы союз, альянсы делаете. Какая разница? Ну, не знаю. Мне вот не нравится то, что вокруг меня альянс. Ну, вообще, как вокруг тебя? Это мой сосед. Вы оба мои соседи, больше у меня соседей нету. Подожди, это кто говорит? Гамус Вейл или кто? Пернатый Так я с тобой... Я ж с тобой союз сделал. Ого. Там что-то Лёша говорил, что он... Что-то мы тут рядом. Я ничего не понимаю. Димка, мы ж с тобой в альянсе. Это мы с тобой союз сделал. А с кем? Ты с пернатым союзом сделал. Блин, а ты тогда кто? Удача. Боже, бред какой-то. Удачи. А где пернатый союз? Короче, Димка, я хотел с тобой союз вообще-то. Да, я понял.
Ты рад? Наверное, спасибо. Ты рада, что ли? Солка. Ага. Просто поставить форпост, и чтобы тебе его пираты снесли. Через 2 месяца. Да где там еще база под... Так, а что на моем мире? В основном... Ну нет у меня смысла тут какую-то еду строить. Вот тут можно... Тут, например, добывающую можно станцию построить. У меня и так там нету места, куда расти на планетах. Не хватает минералов, не хватает. Так, это будет 10, 11, 12... Что же за печальная беда такая? Надо было бы торговца не играть, не париться. System survey complete. Так, система исследована. Давайте-ка апнемся. Пока. Я хочу вот эту планету колонизировать, как вы понимаете. Единственное, что тут пролет через священную, но я думаю, что у меня тут границы будут увеличиваться. И как бы других, кроме идеального мира... Хотя вот он может... Это... Ну, мы как бы в альянсе. Пока. Construction complete. Ships upgraded. Construction complete. Так, корабли модернизированы. Ну ships что? Upgraded. Construction complete. Полечу-ка я уже воевать тогда. Что у нас тут по поводу силы? Они что-то между собой? Забавно. Тут инопланетяне друг с другом воюют. Раньше, по-моему, такого не было. Вот эти летающие облака было. Всякие, они тут столкнулись. Просто раньше они слишком далекий вот этот захват, короче, в бой был. Не знаю, как это. Перехват, короче, был уже раньше в упор почти, в начале. Ясно. А сейчас они 2 раза увеличили дальность стрельбы. Так, а что мне тут надо сделать? Разведку боем как раз. Так. Special project complete. Situation log updated.
Два корвета еще. Situation log updated. Так, тут у нас что? О, серьезный бой нам предстоит. И пора строить посела очередного. Hostile fleet engaged. Special project complete. Обалдеть, жгутиковое движение, маневренность плюс 5. Так, это я могу вот здесь политику такую, нет? Нет. Situation log updated. А, ну у меня сразу просто работает, отлично. Construction complete. Так, полетели лечиться. А тут научный корабль. Так. Anomaly found. Не, 22% пока рановато. Будем пока собирать эти аномалии. System survey complete. Так, где эти пираты? Hostile fleet. Ага, о, пираты, видимо. Не, не пираты. Лёша. Нет, тут пираты, видимо, Лёша. Да, да. Нет, это под 151 кораблик. Не, просто это. Он же говорит там что-то, типа, блин. Не, блин, не я говорил. Я наоборот рад, что они наконец-то приперлись, а то их ждать их. У них база в системе Турбик. Где Турбик? Окей. У моих базы в системе Стратал. А у моих они бомжи. Так, ну что, давайте тут губернатора наймем. Строительство быстрее, расчистки. Вот лучше расчистка, конечно, на этой новой планете. Так, ну что, всех замочил? Сейчас вылечится и полетим в Турбик. Так. Research complete. Вот, расчищать непригодные. И строим посела. Hostile fleet engaged. Пираты. Бежим.
Нет, не убивайте мне корвет. Живи. Выжил. Здорово, они появились прямо над моим корабликом и уничтожили его. Да ты везучий. Так. Ну что, пару добывающих станций, наверное, имеет смысл построить. Всего остального у меня достаточно. Я эту планету не буду заселять, она хреновая, по моему мнению, поэтому давайте-ка здесь научную станцию. Так, когда там уже научный корабль закончит? Ага, еще две планеты и полетит в эту нужную мне систему. Там надо вообще эту систему... Блин, тут идеальный мир, тут это явно священные миры, хотя... Аномалии found. Пока оставим как есть. Аномалии. Так, что у нас тут? Вот, можно построить уже гидропонную ферму. Забавно, в одной системе две городских станции. System survey complete. Что в одной системе? Две пиратские станции. Тоже в турбике у тебя? Нет. С моим правым соседом. Research complete. Мне не очень забавно, что они... меня возьмет. Амебы злые. Construction complete. О, колониальный корабль готов. Construction complete. Третьего, второго, второго уровня. Debris analyzed. Так, строительный корабль. Может добить уже флот? До двух, ну, до 14 корветов. Ships upgraded. Construction complete. Планетка. Планеты такие вроде 24, там 25 клеток, заселять неохота. Да ты привереда. Ну там 18 клеток занято какими-то ледниками и прочими животными, а все остальное типа наука. Ну вот у меня такие, да. Типа такого. Минус 5 энергии норм, я тут 220 накоплено, тем более это из-за того, что я вот колонизирую планету. О, вот это надо идеальный мир, конечно, исследовать. Вот у меня еще, конечно, планета для колонизации. Какая-то маловатая, маленькая. Какая-то фракция развилась. О, грибы. Это вот эта священная нация? Construction complete.
Да. Ну вот, походу, рядом с ней это куча рассыпанных этих священных планет, идеальных. Я три видел точно рядом с ней, одна прям в ней. Четвертая идеальная. Так, значит, кораблей у меня по максимуму. В принципе, можно вот тут, блин, ну вот идеальный. Надо вот тут как-то исследовать. Может, там для меня будут планетки. Analyzed. Hostile fleet engaged. Давайте, корветики. Блин, один уже мочканули мне. Культисты долбаные. Два. Situation log updated. Полетели лечиться. Colony established. Так, надо сюда губернатора. Стоимость найма лидера. Research complete. Продолжительность жизни лидера. Ну вот 32 года, тем более, давайте возьмем. Александр, а чё ты меня соперником объявил? Шо, влияние шло. Ну и чё, тебя в альянс теперь не позвать? Ну, сейчас отмени. То есть раньше было север против юга условно, теперь восток против запада? Ну, я не знаю, тут просто удобнее в альянсе плавать, ну, пролетать через границы тогда. У меня там квесты всякие, например. Ну, через границы так можно пролетать, пока они не закрыты. Я не знаю, я постоянно играл через войну, тебе интересно посмотреть, что в альянсе будет. Там какие-то плюшки. Какой-то общий флот дается. Нет, так общий — это уже конфедерация. Ну, будет конфедерация. Я не понимаю, что ты возмущаешься, что мы все... Я не возмущаюсь, я интересуюсь. Нет, у тебя вот выглядит... Я тебе говорю, почему, а ты это опровергаешь. И говоришь, ну вот... А... Debris analyzed. Учту на будущее, что это выглядит именно так. Да вы не цените, а что ты паришься? Да я так понимаю. Учитывая то, что у меня только три планеты, и ближайших нету вообще. Подожди, Димка, это ты говоришь? Да. Ты же у нас в альянсе, нет? Да. Ну. У меня развития нет. В любом случае. Ты в альянсе, но тебя вынесут, так что.
А, в смысле, а какая разница? Вот, развитие есть, нет, я чуть не пойму. У тебя планет плохие, что ли, или что? Не, в смысле, что у меня всего 3 планеты, развития мне не будет. Блин, где у меня там флот? Из 3 планет можно 50 тысяч флот наклепать. Ну, потенциально, конечно, да. Research complete. Hostile fleet engaged. О, тут совсем мало культистиков. Situation log updated. Блин, где эта верфь? Еще. Где она? О боже. Так. System survey complete. Debris analyzed. Я не понял, а я ж позвал Ксандера в Альянс. Там кто-то проголосовал против или что? Что, почему? Видимо, кто-то вообще не проголосовал. Я еще раз приглашаю Ксандера в Альянс. Теперь есть. На инженерной техе Ксандер делает упор. Может и мне так сделать. Гранты на инженерные исследования. Так. Construction complete. Триста 50 для улучшения. Debris analyzed. Ого. Нет, пожалуй, я пока свалю отсюда. Чё-то мощноватый для меня флот.
А, 5. Раз, два, три, четыре. Ну, скоро будет. Пока можно построить два корвета, даже три корвета уже можно. Так, а что у нас научный корабль простаивает? Вообще надо бы тут, конечно, исследовать. Мне еще пятую планету какую-то надо заселить где-то. Надо сюда слетать еще, найти. У нас еще не найден Демоникс, Мастер и Сокош. Но я еще Демоникса, Мастера и Сокоша не нашел. Они вообще есть в игре? Да, да. Сокош и Мастер справа от меня, а Демоникс справа от Пернатова. Снизу там. Справа внизу, то есть от нас него и Етель отделяет. Да. Ships upgraded. Construction complete. Так, ну что, попробуем повоевать к себе. Вот появился прям вообще между моей империей. Биолаборатория, пограничная клиника. Поглотитель энергии. Давайте поглотитель энергии изучим. Не так уж легко получилось. Так, ну хай нападает сначала. Не будем под дверь подставляться. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Colony established. Ну что? Смогем. Так, пока тут губернатора наймем. Что у нас тут с расчисткой? Не нужна тут расчистка особо. System survey complete. Поэтому просто... Хотя он и живет долго. А тут всего плюс 25, так что нанимаем этого. Надеюсь, это уже последний этап квеста. Столько корветов я тут расфигачил. Ну давай. Блин. Куда-то покинул. Покиньте. Да ёлки. На этом пока все. Продолжение через день или два. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Лёша Халец и тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.